десантирован в токсичную зону, чтобы укрепить скафандр духовный. Меня доставали голоса тихого омута, тысячи чертей и одна бесконечная ночь. Обретая черты раннего Дориана Грея, сны становились цветными, хоть и на экране все черно-белое, и мечта появилась, оставшиеся чувства выразились, раскрасить небо, космос, познать чужое. Но уму все кажется так или иначе. Солнце подозрительно прячется, машины едут не туда, облака застыли в свинцовых краях. Но где же те цветы, что росли, чтобы радовать нас? Где же те цветы, что росли, чтобы просто радовать нас? Но где же те цветы, что росли, чтобы просто радовать нас?